Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный кизиловый компот по самому простому и быстрому рецепту. Таким способом можно делать компот не только из кизила, но также из любых других ягод. Приятного просмотра! Наливаем в кастрюлю нужный объем воды и отправляем на плиту. У меня 3 литра. Пока вода будет закипать, раскладываем по стерильным банкам кизил. На одну 1,5-литровую банку берем примерно 250-300 граммов ягод, так, чтобы банка была заполнена кизилом где-то на треть. Сверху засыпаем по 150 граммов сахара. Когда вода закипит, сразу заливаем ею ягоды. При этом кастрюлю с огня не снимаем. Банки наполняем постепенно, чтобы они не треснули. Жидкость должна доходить до самого края банок, даже чуть с горкой. Дальше накрываем банки крышками. Закатываем их, переворачиваем вверх дном укутываем как можно теплее и оставляем в таком состоянии примерно на сутки до полного остывания. Вот и все. Быстрый, вкусный и полезный кизиловый компот на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.